всем привет. Хочу записать короткое видео по поводу палочки и колхоза, который с ней произошел. Переключаемся. Ну вот, господа, что мы получили? Что мы имеем? Big Sox. 422S. Все видите сами. Это все их тут навороченные карбоны. Номер. В чем прикол? Мибару. Переделана она, ребята, в кастинг. Причем переделана с учетом вот эта вот короткая штука. Почему короткая? То есть так-то вот удобно иногда на забросе, когда вот немножко вот не хватает. Но тема была в том, чтобы сохранить ее первоначальный дизайн. То есть вся вот эта гайка ее родная, деколь, все. Как бы так виделось, что она будет просто волшебная. На вид, да, наловить чуть неудобно, но на проводке маленькая ручечка мне прям шик заходит с этой бочкой. Просто отлично, на ура. Но, еще раз повторю, осталось все в ее первоначальном виде. Вот эта штука здесь из карбона, полированная, очень классная в руке, это сделано мастером. Что мы имеем по кольцам? Кое-где, конечно же, остались следы от снятия колец, потому что, не знаю, будет видно или нет, но вот здесь видно, от снятия колец. Что еще мы тут передали? Вот было ее родное, не стали перематывать. Родная намоточка, это уже сделано билдером, за что ему огромное спасибо. Чётенько, аккуратненько. Вот здесь, может быть, будет видно колечко, не знаю. Точнее, не стыка, где было срезано. Вот заметно. Чуть-чуть заметно. Ну, на рыбалке незаметно. В чем прикол? Отломил у нее кончик. Совсем маленький кончик. И так она и валялась в спиннинговом варианте. И думаю, а чё бы и да. Чё она валяется? И на потрях это такое вот... Она может показаться очень лапшеватой. Но снимаю с руки, с телефона, поэтому на воде как бы не очень получится вам это показать, может потом как-нибудь сделаю. Она фаст, то есть в статике и на проводке, если джигом фаст, ну и мелкие колеблушки, ой, все вообще хорошо, и даже воблерки и подергать, и собак поводить, вообще отлично водит собак по поверхности сама практически, то есть вот так, за счет ее вот этого строя комлевая часть довольно мощная, удилка довольно приятная. И что получилось? И получилось то, что в кастинге она заработала, на мой взгляд, лучше. Заброс у нее просто бомба. Просто шикардосный заброс. И тюйка, и все дела. Да. В общем, получаем, как всегда, дорогой, безумный проект. Топовое удилище. Отломали кончик. Кончик наращивать не стали. И получилось просто, прямо я вам доложу, очень приятная вещь. Окунька, голавлика и все. У кого, кстати, в забросе, она мне больше нравится в касте, чем она была вместе. Вместе они как было не очень понятно, кстати говоря, для меня. Для меня, лично для меня, мое мнение никому не навязывает. Но вот в касте прям вообще палочка ожила.
Я не скажу, что она стала другой по строю или что-то там, блин, поменялось. Да ничего не поменялось. Все то же самое. Просто именно в касте она как-то расцвела. Я не рассчитывал, я не надеялся. Я просто так решил сделать, да и все. Думаю, а будь что будет, сделаем. Да и так, заказал, сделали. И первые по выходу на аут показали, что если кому нужно что-то такое от 0,6, как тут указано, до 8 грамм. И если вы такой же ебанутый на всю голову, то можете, конечно, влупить деньжат и получить такую эксклюзивную классную игрушку. Ничего подобного пока у меня с ней сравниться не может в таком виде. Ну, пожалуй, Evergreen Poseidon кастинговый до 10 грамм, но он совсем другой. Он более жесткий, более злой, гораздо злой, и там совсем другая палка. Все, вот такой. Давно видосов не было, наверное. Держите, ловите, смотрите. На наши кастинговые безумные. Кастингист должен страдать. Всем пока.